Всем привет-привет! Доброе утро! Огромный привет, дорогие наши подписчики, всех, кто нас смотрит. Да, ваш любимый халатик. Так, мы умылись, волосы привели в порядок, параллельно зеркало помыли. Вот, сейчас разложу постиранные вещи, вот принесла с улицы. Вот, сейчас мы все сложим. Разложим сразу по полочкам, по шкафчикам. Тут детское в основном. Также, да, хотела сказать большое вам спасибо за обратную связь, за ваши комментарии. Мне очень приятно. Спасибо большое, что вы с нами, что вы нас смотрите. Вот, и комментируйте, да, нам это очень приятно. Мы переходим на кухню. Да, уже завтрак прошел, у нас была кашка, мы уже покушали, посуда осталась еще. Вот, но перед тем, как заниматься посудой, нужно приготовить обед. Сегодня мы варим супчик. Ну, как и всегда у нас на обед супчик. Вот, но сегодня вам немножко покажу процесс. Ставим мясо вариться. Сковорода, то, что стоит на плите, попросила мужа. Ну, она старенькая такая уже, никакие средства ее не берут. А выбрасывать не хочется, она жарит нормально, хорошо, не пригорает ничего. Просила мужа, говорю, может, почистишь чем-то? Он, да, говорит, давай, с удовольствием, помогу тебе. Взял сковороду и ушел. Он ее почистил болгаркой. Ну, она красивая стала, да, серенькая, светленькая. Ну, болгаркой, ну... Как получилось, в общем. Да, кухни у нас самой еще нету. Средств пока что, ну, немножко не до этого, не хватает. Вот, тут надо планируем, у нас лежит линолеум, планируем перестелить на плитку. По поводу кухни самой, здесь планировка себе, ну, такая. Вот у нас за вот эти вот брусики стоят, там, получается, лестница на второй этаж. Мы ее не знали, как поставить. Планировка в доме была, ну, такая, не для нас, можно сказать. Все мы переделывали, потому что, ну, старались, чтобы нам было комфортно. Вот, лестницу... Вообще в доме не планировался изначально второй этаж. Ну, якобы мансарда, чердак. Вот, ну, там места очень было много, поэтому мы решили сделать все-таки чердак, ой, не чердак, второй этаж. И надо было расположить лестницу. Вот, но куда ее расположить, мы долго думали, потому что дальше у нас там, получается, ванна, туалет, спальни, подъема не было нигде сделать.
Вот, сделали здесь. Ну, здесь, получается, окошко было. Ну, а мы его решили оставить, чтобы было светлее. Вот. И отгородили брусчиками вот от кухни. Кухня у нас состоит почти из столов. Ну, столы там, полочки сделаны. Вот, для газовой плиты муж сам вырезал, чтобы не покупать столешницу специально из большого стола. Вот. Полочки всякие тоже муж попридумывал повесить. Ну, пока кухни самой нет. Вот, мы как раз параллельно также переберем сейчас, ставим что на полочках, где что мешает, что не пользуемся, также выбросим. Есть такие вещи. Так, да, сейчас почистим картошечку в супчик, нарежем ее. Какой вы любите супчик? У меня дети любят бульончик в основном, ну, борщ варю часто. Вот, рассольник, всякие супы варю, но дети любят больше с вермишелькой, как говорится, как Настенька говорит. С макарошками, свари мне супчик с макарошками.
сегодня видео будет не слишком большое, потому что не хватает времени все снимать, записывать. Сегодня должны приехать люди. Точнее, уже звонили, что приедут за вещами, за мебелью. Поэтому сегодня вот в таком коротком формате. А завтра будем продолжать. Поэтому подписывайтесь, смотрите нас. Буду рассказывать про дом, про семью, что планируем сделать, что делаем. Вот. Подписывайтесь, смотрите нам. Всем пока-пока!